Всем привет! Вышла Parallels Desktop 19 для компьютеров Mac. Вот она. Немножко изменили иконочку, дизайн. Из нового интеграция, более тесная интеграция Windows на Mac. Особенно это заметно на чипах Apple Silicon. Также есть одна функция, которая мне понравилась. Сейчас я про нее расскажу чуть позже. Пока активации нет. Можно взять 14-дневный пробный период. Ждем решения по активации. Это либо патч, либо скрипт. Посмотрим. Как только появится, я сообщу и сниму видео. Мы сообщим и снимем ролик. Итак, давайте включим Windows. Интересная функция, вот она. Сразу нам бросается в глаза. Используйте Touch ID для входа в Windows. Более тесная интеграция с компьютерами Mac. Мы делаем Touch ID, и мы уже в системе. Давайте еще раз. Никаких паролей. Да, конечно, вы берете, создаете учетную запись Microsoft. В России это можно сделать с помощью электронной почты, так как коды не приходят на телефон. Вот, вводите учетную запись Microsoft, пароль, и можно настроить Touch ID. Делается следующим образом, то есть вот у нас появляется сразу параметры входа, Touch ID код. Вот. Manage Touch ID или пароли, то есть мы вот наш аккаунт Microsoft, Windows аккаунт добавлен в связку ключей iCloud, защита с помощью Touch ID и доступен только на этом Mac. То есть аккаунт Microsoft, введен в Parallels Windows, автоматически добавляется в связку ключей. И мы можем настроить Touch ID с экрана блокировки. Мы можем ввести пароль, можем ввести пин-код, а можем просто Touch ID. Все. Система работает стабильно, система работает быстро. 22.621.2070. Сборочка. Ждем активацию Parallels Desktop 19. Итак, ребята, ждем метод активации и сразу снимем ролик. Данный компьютер — это Apple M1 Pro, то есть с чипом Apple Silicon. Подписывайтесь на наше Discord сообщество. Лайк, подписка, комментарий на YouTube. До встречи в новых роликах. Всем пока!